сегодня в нашем обзоре Цунами. Самая ожидаемая дрипка 2016 года. Это оригинальный девайс от Geek Vape с шикарной сборкой и демократичной ценой. С обратной стороны коробки мы видим описание Цунами. Улучшенные velocity стойки, контролируемый обдув и винты гужоны из 316 нержавейки, которые практически невозможно ушатать. Внутри коробки мы видим дрипку с тремя дриптипами. Два долериновых, один зауженный, а другой прямой. И один 510-й дриптип из нержавейки со сферической обработкой внутри. Это технология, которую уже давным-давно стоило бы применять повсюду. Дриптипы, кстати, на резьбе. Далее у нас идет ремкомплект, шестигранник и переходник под 510-е дриптипы. А также прям детальная ТТХ всего содержимого. Кстати, переходник под 510 тоже на резьбе. И для того, чтобы его установить, нужно на него нажимать и крутить. Нажимать и крутить, нажимать и крутить и крутить. А вот родной 510 дриптип со сферической обработкой внутри, благодаря которой конденсат не будет скапливаться внутри дриптипа, а будет стекать внутрь в дрипку. Придется по душе всем, кто пользуется 510-ми дриптипами. Для примера я показал свой двухсоставной дриптип от Petri, на бортиках которого постоянно собирается конденсат. На куполе три отверстия под воздуховоды, что означает, что на ней вы можете использовать как двух, так и односпиральные билды. А также самая главная фишка этой дрипки – это ее стойки с огромными отверстиями 2,1 на 3 мм. В принципе, Цунами – это мечта любого койл-билдера. Для примера я намотал Fused Clapton, где в коре 2,05, а обмотанные 0,4 канталом. И в параллели здесь введен 0,8 кантал. Как видите, в стойках еще видны зазоры, куда в принципе можно было бы вместить еще пару 0,8. Я был фанатом Kennedy RDA с самого момента ее появления, из-за ее нижнебокового обдува и вкуса передач. Цунами по факту это доработанный Kennedy, с точно такими же воздуховодами. А вот глядя на стойки, только слепой не может заметить существенной разницы. Также в Kennedy не регулируется пин. Отверстия под воздуховоды, которые просто пропилены в деке, что приводило к диким протечкам. А вот на Цунами обдув реализован так, что конденсат не будет стекать на коннектор, а будет выходить по бокам. А вот по высоте они почти похожи. Цунами короче всего на 4 мм. И имеет регулируемый пин, что очень важно для людей с гибридными коннекторами. Как билд для теста я намотал Fused Clapton из 0,5 кантала, обмотанный 0,4, введенный в параллель с 0,6 канталом, где мой несчастный омметр показал сопротивление в 0,05 Ом. В чем я, конечно, не уверен, но сопротивление однозначно ниже 0,1. Преимущество таких билдов в том, что можно проверить на прочность изолятор. Обычно при таких высоких температурах изоляторы плавятся, но на Цунами он выжил. И также можно клаудчейсить, совсем не вдыхая пар в себя.
На выходе мы получаем недорогой, вкусный, качественный оригинал с нереально огромными стойками. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Надеемся, оно было полезным для вас. И не забывайте подписываться на наш канал.